Важная дата для всей страны. Ровно 76 лет назад завершилась блокада Ленинграда. Она длилась 900 дней, унесла более 1,5 миллиона жизней мирных жителей. Сегодня эта история ожила на экране в Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре и десятках других городов России. По всей стране проходят кинопоказы фильмов, посвященных блокаде Ленинграда. В Ленинград наконец-то пришло лето. Затяжная весна 41-го года выдалась холодной и дождливой. До середины июня не снимали теплой одежды. Перед началом просмотра зрители со всей России пообщались с жительницами блокадного Ленинграда. Серафима Ивановна Королева и Кира Ивановна Любомирова, героини документального фильма «Самое главное в жизни». Авторы ленты внимательно изучили архивы. С помощью документов удалось восстановить реальную картину начала войны и понять, почему произошла блокада, а также благодаря кому город выстоял, а не был сдан врагу. Те тяготы и лишения, которые пережили ленинградцы, я думаю, что не должно повториться ни в истории одного государства, в том числе и российского. Такое впечатление, когда вот эти две сестры рассказывают и показывают всегда отрывки, видно, в двухлетнем, трехлетнем возрасте откладывается что-то, как будто я там переживала. У меня такое ощущение есть. Везде нам хорошо, везде хорошо. Куда ни пойдем, с нашим возрастом и с нашим вот поколением, как говорится, те годы, что мы прожили, считаются люди. Я не обижаюсь ни на что. Сегодня в Тольятти детям блокадного Ленинграда вручили медали 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Среди ветеранов Валентина Брекель. В годы осады Ленинграда ей было всего 2 года. Позже Валентина Брекель стала автором сборника воспоминаний блокадников. В книге собраны воспоминания 49 блокадников о тех страшных годах. Как бы вторые уста, потому что вот то, что мы знаем о блокаде, это в основном воспоминания наших родственников в силу того, что все-таки возраст был таков, что мы перенесли как бы косвенно. Вот страдали в основном родители наши. Эта дата, она очень важна в истории войны. Это одно из немногих мероприятий, где народ выстоял против фашистской Германии. И 872 дня блокады стойко показывал, что советский народ, он не сдается.